Okay, everyone. Итак, друзья, давайте все вместе сделаем глубокий вдох. Мы все в напряжении. Судьба планеты зависит от этих людей. Вперед, парни! Победа не придет, пока мы не начнем играть как единое целое. Бекенбауэр дает команде последнюю установку. Во втором тайме не играют Уилли и Моузес. Вместо них Кержаков и Донован. Похоже, эта информация может принести пользу. Ну что ж, давайте надеяться. Весь мир собрался вместе, чтобы поддержать Galaxy 11. Только бы они показали свою игру во втором тайме. 45 минут, чтобы освободить 7 миллиардов человек. В воздухе повис вопрос: спасет ли футбол планету? Мы можем сделать это! И вот уже Рипсет с мячом, перелетевшим через все поле. Чокер принимает и очень технично обыгрывая Шарави. Опять по Леноксу, который настроен на гол. Это может стать ключевым моментом в игре. Это может стать концом игры и всей планеты. Леннокс против Касилиаса. Если он забьет, это определенно означает конец для нас всех. Касилиас! Феноменальный перехват мяча. Игра продолжается. Все мы продолжаемся. Galaxy 11 значительно более уверенно играют во втором тайме. Личу Йон на Оскара, Донован. Месси вдохновляет команду своим примером, по этому поводу нет никаких вопросов. И Фалькао играет головой в дальний угол. Galaxy 11 забивает еще один мяч. 3-2. Бекенбауэр, похоже, решил поменять тактику игры. Все еще возможно взять игру в свои руки. В наши руки. Роналдо отдает пас Руни. Великолепное завершение атаки. Счет сравнялся на 90-й минуте. 3-3. Galaxy готовы рвать и метать. Леннокс разъярен. Бекенбауэр не может быть счастливее. Весь земной шар ликует. Вы можете поверить в это? 2 минуты добавленного времени. Времени для очередной атаки Хуракана. И это может закончиться приговором для человечества. Леннокс просто потрясающий игрок. Он один стоит всех. Попахивает еще одним голом. И только Руни может остановить его. И он делает это с невероятным усилием. Хуракан зарабатывает свободный удар в створ ворот. Касилиас бросит стенку. Очень опасная ситуация для свободного удара. Роналдо что-то говорит Месси. Они должны держаться вместе сегодня. Этот удар может уничтожить человечество. Касилиас готов к бою. Мяч пролетает над стенкой ворот. Сможет ли Касилиас достать его? Как он это сделал? Он направил его прямо в штангу. Ли Чун Йо с мячом. У Galaxy 11 играет последняя возможность сегодня. Оскар на Гёдзе, на Донована, Кержакову. Фалькао возвращается, чтобы принять пас на Месси. Месси смотрит вперед. Рональдо бежит в штрафную. Дуэт мечты должен сработать здесь в последний момент. Кристиано Рональдо! Да! Невероятный гол, невероятное время! Он спас нас всех! И это финальный свисток! Хуракан 3, Galaxy 11 4. Абсолютно поразительно! Мы все живы до сих пор благодаря им. Что за матч? Это была воистину напряженнейшая битва. Мы едва ли могли бы мечтать, что это может произойти, но это произошло. И они это сделали. Мечта человечества стала реальностью, потому что команда Galaxy 11 играла как единое целое. Футбол действительно спас планету. Спасибо, Galaxy 11.